Школьная обувь. Один производитель. Две модели. Какую выбрать? Вот эту выбрасываем сразу. Пятка не держит. Углубления для пятки нет. В месте подъема нет утолщения. И, конечно же, внутри никакого супинатора. Поэтому в этой обуви ваш ребенок, когда будет ходить по школьным плоским ровным полам, будет зарабатывать и увеличивать свое плоскостопие. А вот эта модель, она немножко лучше. Есть углубление для пятки, хотя пятка не такая жесткая. Есть утолщение под сводом, но полное отсутствие супинатора. Зато круто. Это же кеды.